И всем привет, с вами снова я, Блэкс, и надеюсь, меня хорошо слышно. А то в прошлой серии было не очень. Но я на это надеюсь, и сегодня мы будем проходить такую миссию, как Молот и Наковальня. Да-да-да. И это уже предпоследняя миссия в Battlefield 3. Но я хочу соединить вот эти две миссии, потому что вот эта маленькая и эта маленькая. Где-то на 40 минут получится. Ты. Ладно, давайте пройдем миссию Молот и Наковальня. Let's go! Молот и наковальня. Если вы оказались без оружия, не высовывайтесь. Я шо, дурак? Чё говоришь? Ну, продолжим. Ну что, узнаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то? И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафаров. Он был близко знаком с вашим старым другом Аль-Баширом. Вы знали? Зря время тратим. Извините, я вроде еще не закончил. Вы знали, что Кафаров и Аль-Башир работали вместе? Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там и пропавшие бомбы у него. Считалось? Кроме вас никто не слышал так называемое признание Аль-Башира. Послушайте, надо остановить Соломона. Вы говорили по телефону, он здесь. Ваша история может что-то и есть, но нестыковок по-прежнему много, сержант. И в следующую ее часть особенно трудно поверить. Ну ладно. У Кафарова вилла в долине Гелат. Мы направлялись туда, а там возникли осложнения. И какие? Видимо, нам сейчас все, я вспомнил, да-да-да. Ладно, не буду спойлерить, сейчас сами увидите. Ой, так, отлично, все здесь. Кампо, Монтес, Маткович. Хорошо. Сержант Генри Беблок, первый развед подразделения морпех. 9 ноября 8.10, долина Ирас, Иран. Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают. Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Все позывные бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по красному пути. Был контакт. Огонь. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3. Больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воин снов. Воин снов. 34 минуты. Петросян. Я спал 34 минуты. Увидел сон, как пью молочный коктейль. Слушай, ты ванильная хрень. Погнали. Транспорт подбит. Огонь противника слева. Враг за камнем. Слева. Это не главное. Он 1-3. По нам ведут прицельный огонь. 2-3 подбит. Ведем бой. Бежали. Черт, среди деревьев ничего не вижу. Ненавижу я такие, конечно. Опа, я вижу, откуда-то долбит меня. А вон он. Знаю. А мы вверх от середины. Недалеко. Пошел. Вон они. Давай наверх. Быстро. Противник впереди. Опа. Тихо, сейчас попаду в них. Так, главное, чтобы не убили меня. То убьют, плохо будет. Так, пошли. И кто это такой? Пацаны. Где Монтес? А где Кампо? Вот черт. Русские десантники.
Настоящие русские, что бы это значило? А, камп. Может, они работают вот на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. Стив Кампа, видимо, его зовут. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим. Так, пошлите. А, долина раз, а я ему прочитал ирис, ну ладно. Видимо, давно ирис не ел. Вот тут графа очень хорошая, графонистая игра. Прям сразу графа-дрочеры пришли. Опа-на. А, это наши? Чё они тут делают? Опа-на. Так, продолжаем. Мой бог! Русский транспорт! Вот именно. Да вашу мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Единственные ребята, которые боятся русских. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Вот именно. Они прикрывают свою жопу. Ни хрена себе. Работают с ССО. Теперь пора двигать. Ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно. Монтес, ты слышал приказ? Пошли. Вот и начинается веселье. С них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Ты уже это сказал и говорил, типа. Нелли, Спарка, бойцы! Так, не лагай, батла, не лагай. Спасибо. Под огнем! Рассредоточиться! Живи его, мать! Нелли в глубине! Укрытие! Вон они. Вообще ничего не вижу. Я так чувствую, что это вот эта хрень. Так, надо лечь, а то меня сейчас зашибут. Ух ты, блядь. Блин. Сам себя убил. Черт тебе дери. Вообще тупанул как-то. По-нубяцки поступил. Молоты наковали. Да-да, не. Отлично, ну пойдемте. Разбить их. Это, кстати, карта границы Каспия, если что, тут была в мультиплеере. Вот эта хрень может упасть. Вон они, русские. Опять против русских, блин. Нельзя просто так взять и сделать игру без русских. Везде русские виноваты, задолбали уже. Так, тихо. На подавление. Держать сектора. Гранату кинули, гады. Вот это он зря. Во-во-во-во, парень, полегче.
Черт. А с чего это меня убили? Гранатомет, что ли, пошел в дело или что? Что там было, я чёрт не увидел. Стингер — это ракета, земля-воздух использует. Да знаю я. Лови гранату. Говно. Опа, это... А, это миномет на конь. Блять, иди нахер. Простите за мат, конечно, но это пипец. Да не ори ты. Ой, сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют. Давай, давай, лечись. Самолечение. Вон еще сбросили до хера. Не стрелять, не стрелять. Все чисто. Собрались. Маткович, ты наблюдай. Коул. Вот это наше. И чё? Пацаны. Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Выдвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Ага. Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо! Не люблю я так стрелять, люблю вот так вот. Когда по 3, это меня бесит. Я могу по 4 выстрелить, по 5, а тройка — это меня бесит штука. По чей? Ух ты, вот это вот ты зря. 2-5, подбит! Да! МД противника! Снайпер, а вам быстро сюда! Ударь по ним из погода! Блять, подожди нахуй. Блять, граната! Давай, давай, давай. И херли. Давай, давай, давай. Готов. Так, продолжали, задолбали мне звонить. По военной доктрине я должен так... Опа-ба-бах! Так, тихо, не грохни меня. Кто там, блядь? Тихо, блядь. Тихо, бабка. Американцы близко. То есть русские близко. Ух ты, нихрена. Охренеть, одного не могли убить. По моей команде. Пошли. А где мы патроны взять-то, а? Ладно, потом где-то найду. Направо, направо. Рассредоточиться на правом фланге. Огневое прикрытие. Бегу, 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 дорогие друзья. Поджарив. Атакую. Ни хрена себе. Ой, чуть не чихнул, вот это да. Где патроны? Дайте патроны, гады. Вообще патронов нет, охренеть. Ух ты, блин. Вот она упала, эта хрень. Вот эта хрень тоже падает в мультиплеере. Вот наши матерятся, конечно.
О, патроны дали. Подохни. Опа, опа, нет! Нет, 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 нет. Три патрона потратил, да? Сразу перезаряжаться. И богу, никого не вижу. Что за хрень? Кого вы стреляете? Пацаны, в кого вы стреляете? Блять, вообще кого-то... Призрака, что ли, мочили, ладно. Так, это самолет. Это был самолет. Я слышал. Огонь на подавление. Работать по секторам. Есть. Семь патронов вообще нету. Где патроны знать, вот хер. Смав, ладно, сменю, а то патронов нету. Вообще нет патронов. Это Тэшка, Тэшка, давай. Как переключиться? А, в. Точняк, вот. Нет, патронов тут нету. Это долго миссия, поэтому я не... Давай, давай, давай. Их там всего мало вообще осталось. Их. Надо выбраться из-под. Все, всех огня, убили. Опа-на. Опа-на. Техника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. А, у меня смал все равно... А, ну ладно. У меня он все равно остается. Где патроны? А, вот. Где? Бри, давай, блин. Ну это один только. Нам еще пять. Так, сейчас второй мы грохнем. Погнали! Вижу пехоту, идут к нам. Вижу их. Блэкберн, держи сектор. Помогай Матковичу. Контакт спереди. Так, отлично, патроны появились. Все вообще горит, все подбили нахер. Вот Кафарова халява, да? Даже своих не пришлось звать. Разберутся сами, блин. Здравствуйте. О, я покидаю что-то. Все, я тут. Сержант Кампо, настраивай. Сэр. Нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь палить в гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив,
Прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Только не наши, да? Он нас видел. Вот черт. Да он возвращается. Вот же сраное дерьмо! Найди укрытие! Черт, 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 черт. Опа-на, не успел. А откуда я знал, куда бежать, а? Надо вам в ту бочку прятаться. Сейчас все будет. Да, графа, давай. Графу быстро. Я валю! Подобьем! Где стингеры? Транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Черт возьми! Черт, 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 черт! Стингеры в машине были! Это последний! Взять можно? Придется! Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Пошел! Блэкберн, ищи Стингер. Он в кроулере. Мы тут, блядь, отрезаны! Не высовываться! Пошел, пошел, пошел! Берегись! Где он, блядь? В кроулере он здесь. А вот он. Вот, нашел, нашел, Стингер. Давай, родненький, родненький, давай. Вот чудовище, а. Ну что, чудовище, удачи. Ух, нормально. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Охренеть, я даже до сих пор... А, все, он сейчас. Блять, такая точка маленькая. Чё произошло-то? Маткович. Блин, Матковича убили. Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомбы или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной? Та-дам. Ну ладно, все, вот так вот заканчивается миссия. Матковича и Кампо убили. Отлично, ладно. Все, с вами был Блэкс. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.